Сегодня мы обсуждаем то, что называется Big Data, большие данные. Термин появился совершенно недавно, в 2008 году только. Отследили, что этот термин, да, действительно, он совершенно новый, хотя кажется, что мы его уже слышали и использовали достаточно давно. Сегодня мы обсуждаем эту тему с экономистом, с коучем, бизнес-коучем в том числе, и главой дискуссионного клуба Бенджамина Франклина Оксаной Вовченко. Пожалуйста. Здравствуйте. Очень интересно обсудить эту тему. Соглашусь, что термин относительно новый. И хотя существует с 2008 года, в широком обиходе многим людям до сих пор неизвестен. Когда говоришь слово «big data», многие спрашивают, а что это такое? Сегодня хотелось бы рассмотреть не только что это такое, а еще поговорить о двух таких аспектах. Какие возможности нам дают big data и какие несут угрозы? Да, Оксана, я предлагаю, как уже по традиции, пойти к самому корню вопроса. Само по себе то, что называется большие данные, хотя этот термин не очень удачный, он не производит такого же эффекта, как словосочетание big data. Возможно, просто мы возьмем из английского языка именно вот Big Data, как и многие другие вещи, которые мы берем, заимствуем. Итак, Big Data существует, существовала и будет существовать всегда. Вот сейчас мы находимся, каждый из нас, в своей комнате, погруженные в Big Data. А на разных уровнях идет множество процессов. Например, в разных частях вашей комнаты разные температуры, концентрации газов слегка отличаются, где-то больше кислорода, где-то меньше, вокруг вас, пока не произошла диффузия, меньше кислорода, потому что вы выдыхаете углекислый газ. Может, это незначительные перепады, это на атомарном уровне. На квантовом уровне, ну, настолько огромный объем даты, причем суперпозиции всех частиц, даже в таком маленьком объеме, как ваша комната, это колоссальнейшее собрание больших данных. Да? На макроуровне у вас происходят тысячи даже макрособытий в той же самой комнате, где кажется, что ничего не происходит. Где-то в уголку у вас там муха ползет, где-то паутинка, где-то какая-то пылинка двигается. Вот. Плюс вы являетесь частью огромной системы Big Data, которая на вас влияет. Это освещенность вашей комнаты. Она зависит от... Если это естественный свет, то от погоды. Погода зависит от состояния атмосферы. Также это все зависит от расположения планеты Земля, от астрономических явлений самых различных. Присутствие тех или иных элементов, составляющих вас и предметы вокруг вас, они являются частью Big Data, синтеза, термоядерного синтеза элементов в процессе горения бывших звезд когда-то и взрыва сверхновых. Но это так. Вот этот вот определенный атом, находящийся в вашем организме, он не мог возникнуть никак иначе, кроме как в ядре какой-то звезды, не нашего Солнца, а прежнего поколения звезд. А какие-то тяжелые элементы, более тяжелые, чем железо в вашем организме, они могли возникнуть только во время взрыва сверхновых. То есть вы являетесь некой единицей человечества, одна из 7 миллиардов
людей, населяющих Землю, а в то же время вы являетесь одним из когда-либо живших людей. И здесь big data заключается в тех, кто когда-либо жил. Да, у нас нет доступа к этим данным, но эти данные существовали, они существуют. Если убрать из этого измерения шкалу времени, например, а также вы часть всех тех, кто будет существовать. Вот такая иллюстрация показывает, что мы погружены в океан big data всегда. Всегда. А вопрос, как мы на это реагируем. Человеческий организм, его сознание реагирует на это таким образом, что концентрирует внимание на чем-то наиболее важном в тот или иной момент. Но огромные объемы информации вам доступны. Даже без особых приборов. То есть, если бы вы были бы оставлены в этой комнате и нечего вам было заняться, и вас бы попросили наиболее точно описать все, что в ней происходит, вы бы исписали десятки страниц самыми, что ни на есть, скучнейшими, но точными наблюдениями, и то не смогли бы точно обрисовать действительности, что же в этой комнате происходит. Здесь отклеился кусочек обоев, здесь лежит книжка, вот на ней вот след от большого пальца. То есть столько различных подробностей. Но при этом ваше сознание в процессе эволюции приучилось выделять нечто важное в данный момент. Неумение выделять нечто важное непродуктивно с эволюционной точки зрения, потому что вас бы съел какой-нибудь леш. Вам нужно было научиться концентрировать внимание на тех данных, выбирая их из миллиардов различных данных, которые необходимы, наиболее необходимы вам в данный момент. Хотя все другие данные, в принципе, находятся в доступности. Короче говоря, хочу сказать, что понятие big data не является новым. Соглашусь с вами абсолютно. Первые данные, да, которые мы получаем, это еще шумерская цивилизация, вот те самые глиняные таблички, на которых было написано: парень такой-то должен там столько-то бушелей зерна тому-то. Вот это уже был первый, ну, наверное, даже не первый, но который мы уже можем исторически фиксировать, сбор данных человеком, осознанный сбор данных. Дальше мы это преобразили в книгопечатание, и это тоже был революционный прорыв, да, потому что одно дело сворачивать в рулончик и искать там в конце свертка где-то там свои отметки, другое дело сшить листики в книгу и листать, да, это уже была какая-то организация данных, очень эффективная. И кроме того, язык, разбитый не на иероглифы, а на буквы, позволял собирать эти данные, да, каким-то, как конструктором, очень быстро, очень много. Но после книг мы изобрели компьютеры, и теперь мы собираем данные не просто много, а в каком-то гипергигантском количестве. Да, совершенно верно. То есть разница, в принципе, то, что мы получили удобный доступ к огромному количеству данных, которые мы можем, в принципе, анализировать. А с помощью компьютера. Находящихся не в нашей голове, находящихся, да, на внешних носителях. То есть, если мы берем там крупную библиотеку прошлого, это тоже было колоссальное собрание данных, несопоставимое по объему с тем, что мы имеем сейчас. Но, с другой стороны, как мы привели пример, и в нашей природе, в которой мы обитаем, данных очень много. Вот. Здесь вопрос возможности их анализа. И компьютеры дают нам новые возможности анализа. Наука, которая работает с данными и делает какие-то выводы, это статистика. А в методы статистики входило подбор репрезентативной группы.
Потому что было очень важно, чтобы что-то проанализировать, правильно сделать выбор. На основании рандомальности, то есть чтобы не было никакого правила, по которому вы выбираете данные и так далее. Big Data и компьютеризированный анализ позволяют отказаться от выбора репрезентативной группы. И, следовательно, превращать репрезентативную группу, превращать всю датабазу в анализируемую репрезентативную группу. Это дает колоссальное преимущество, потому что статистика нередко ошибалась на стадии выбора вот репрезентативной группы. Она могла быть недостаточно большой, чтобы показать статистически значимые какие-то выводы сделать. Либо она могла быть выбрана под все-таки каким-то влиянием. Возможность анализировать целиком всю датабазу в качестве репрезентативной группы дает, конечно, колоссальные новые возможности с точки зрения точности и возможности получения этих выводов. Вторая вещь со статистикой была проблематичная. То, что нужно было произвести эксперимент, собрать все данные, и анализ происходил в конце. Ну, появились способы промежуточного взятия каких-то данных и промежуточного анализа. Но они, опять же, подвергали такие методы сомнению, потому что, опять же, были ограничены. А наши новые возможности делать промежуточный анализ в любой момент практически, опять же, на основе всей полноты репрезентативной группы. Это, конечно, позволяет статистическим методам гораздо более совершенно и точно делать выводы. Но проблема, опять же, заключается в выборе, а какие именно данные нам следует выбрать из этой, не с точки зрения группы, а что именно, какие зависимые друг от друга переменные или независимые мы должны выбирать из всей этой датабазы. Допустим, мы можем выбрать бессмысленные вещи. Зависимость наличия серёг от владения автомобилем. Или, то есть, какие-то совершенно бессмысленные вещи, где мы полагаем, что, возможно, какая-то зависимость будет, какой-то зависимости не будет и так далее. То есть остается по-прежнему возможность манипулировать данными в том направлении, в котором мы хотим, и делать любые выводы, какие мы хотим, заказывая эти выводы. Вот, что, естественно, в конечном результате сводит на нет те возможности, которые мы имеем. В качестве примера можно привести сегодняшнюю ситуацию. То есть раньше эта ситуация была невозможна. Нам не могли бы скармливать статистические данные по заболеваемости ковидом каждое утро. Поскольку все компьютеризировано и может анализироваться немедленно, мы каждое утро можем получать эти данные в новостях, а наши правители принимают дерганные решения на основе этих цифр, не принимая во виду, как они собираются, как они анализируются. Раньше это было просто невозможно, потому что данные собрать так быстро, эффективно и проанализировать просто было нельзя. Пока бы их собрали, пока бы посчитали, уже прошла бы неделя, вторая, третья. И вот это вот дерганное быстрое реагирование, оно бы не успевало. Это другой пример того, что заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. То есть наше правительство с большими данными, как обезьяны с гранатами. Вроде как у них все возможности-то в руках, а что с этим делать так, чтобы это было разумно
они еще не научились и вряд ли когда-нибудь научатся. Плюс соблазн манипулировать всем этим, он огромен. Вот. А мы знаем, что все зависит от того, кто делает выводы. Потому что про трех мудрецов, которые ощупывали слона и сделали три совершенно разных вывода. Слепцы. Один щупал ногу, сказал, это колонна, другой ухо, сказал, это плоское. Третий хвост, это длинное, как змея. То есть все зависит от того, кто наблюдает и какие выводы он делает. Как вы думаете? Я бы обратила еще внимание не только на метод анализа, но и на качество собираемых данных. Да, у нас мы уже проговорили про количество данных, про то, что метод анализа нам доступен теперь некий другой, более эффективный. Все-таки качество данных, как мы их собираем, каким образом мы их собираем, какого рода информация попадает в эту базу, да, в эту big data. Это зависит от множества факторов, от датчиков, от человеческого фактора, от настройки оборудования, от того, где мы его разместим, каким образом. То есть мы можем офигенно анализировать, да, но основываясь на некачественных данных, грубо говоря, на цифровом мусоре, который нас ведет к каким-то выводам совершенно ложным. Совершенно верно. Поэтому вот как заклинание говорить, что выводы основаны на big data, вот надо принимать, так сказать, с определенной степенью скептицизма, да? От того, что у нас есть вся эта дата, так же, как мы описывали в начале беседы, от того, что в нашей комнате присутствует столько разных вещей, это еще не значит, что мы сделаем из этого какой-то толк или какие-то важные выводы. Еще хочется обратить внимание на понятие Big Data и Big Brother. Big Brother из романа Оруэлла «Антиутопии», 1984 год, где некий большой брат за всем следит. Действительно, возможность наблюдать за нами значительно возросла. Некоторые преступления просто начинают вымирать, потому что их уже произвести безнаказанно невозможно. Огромное количество камер, наблюдения и прочие всякие вещи. Вот. Соцсети и прочие вещи. То есть это действительно так. Но с другой стороны, появляются и те преступления, которые раньше были невозможны. Или появляются такие массовые правонарушения, на которые приходится переставать обращать внимание, потому что если раньше хотя бы наказывали тех, кого ловят, то сейчас при желании можно словить всех, но всех-то наказать невозможно. Вот. Проституция, например. Проституция, она запрещена во многих странах. Но Инстаграм становится буквально, скажем, глобальным сайтом по квазипроституции. Да? Вот такое явление, допустим. То есть это всем известно, но никто с этим, естественно, не собирается ничего делать. Да? Но это чисто один из примеров, когда определенное правонарушение в границах какого-то законодательства за счет наших новых технологий принимает совершенно другие масштабы и становится практически невозможно как с юридической точки зрения что-либо доказать, отличить обычное знакомство от знакомства за деньги. Это один из примеров. И тут мы плавно переходим к главному сомнению, почему же нам страшно иметь этого большого брата, который за нами следит? Вам страшно, Оксана? Мне не страшно. И я готова даже объяснить, почему. Но вопрос этот поддерживает. Действительно, перед нами открывается эта дилемма: приватность или безопасность.
Да, с одной стороны, эти камеры повсеместные, способность правоохранительных органов и государства формировать базы, отслеживать преступления. Все это классно, это обеспечивает нашу безопасность, в то же время влазит в нашу личную жизнь. Да? Я захожу в парадную, меня снимает камера, я открываю телефон, слушает меня с утра до вечера, подсовывает мне там контекстную рекламу, то есть не спрятаться, не скрыться. Мои банковские карты на виду, мой паспорт на виду, я на виду. Все мои перемещения по городу известны, да? То есть Google где-то там фиксирует эти геолокации. Далее, конечно, нам приходится делать некий такой выбор, что я выбираю, да, что хочу ли я жить в безопасности, но пожертвовать частью своей приватности ради этого, либо я все-таки хочу сохранить приватность в ущерб безопасности. Да, и отсюда и рождается эта дискуссия о чипировании. А нужно ли нам чипировать человечество? Да? К чему это приведет? Куча положительного, вот сбор данных о здоровье, аналитических данных, да, и мы знаем, где наши дети, и мы за них не переживаем, и мы можем их найти, и масса всего другого, и нам удобно в аэропортах, и мы можем бороться с терроризмом, но в то же время, да, мы подпадаем под давление некой тоталитарной системы таким образом, то есть становимся полностью подотчетным. Я отвечаю на ваш вопрос, я не боюсь. Почему? Потому что я человек публичный, я к этому привыкла. И мало чего такого есть в жизни моей, что я, ну, хотела бы прямо скрывать. Наверное, есть какие-то вещи, которые мне не хотелось бы, чтобы туда лезли. Но если их там откроют и посмотрят, я скажу, ну и что? То есть по большому счету ничего. Меня это не пугает. Кроме того, я думаю, что большие данные на сегодняшнее время очень тяжело обрабатывать. Это трудоемкий процесс. Это требует специальные серверы, оборудования, людей, прежде всего команды, да, каких-то спецслужб, спецотделов. И я не думаю, что лично я в этом всем какой-то приоритетный человек. Да? То есть если и будут следить, то, скорее всего, за миллионером, миллиардером, каким-то политическим деятелем или бизнесменом. И вот тот ограниченный ресурс этих спецслужб, скорее всего, направят, ну, не в мой адрес, я точно не у них в приоритете. За которыми могли эффективно следить и в 15 веке, если хотели. Засылали им прислугу из своих, там следили за каждым шагом. А боитесь ли вы? Нет, конечно. Но я бы ответил точно так же, как вы. То есть я настолько публичный, что я и так все выставляю наружу. Вот. А второе, я понимаю, что если кому-то нужно мне повредить, меня прижать, меня посадить, они это сделают вне зависимости от того, что я делаю или не делаю. Мы прекрасно знаем, что при всем при том, когда нужно, то камеры как раз в том месте не работают, чтобы предоставить вам алиби, скажем. Или судья сможет интерпретировать как угодно, что да, ваш телефон показывал, что вы были на 100 километров от совершения преступления, но есть основания полагать, что вы специально отослали этот телефон в то место, чтобы отвести от себя. То есть понятно, что понимая степень манипуляции, которая может быть произведена на любом из этапов совершения так называемого правосудия или чего угодно, то совершенно не важно, какие доказательства или недоказательства существуют, чего бы то ни было. Уж не говоря уже о том, что появилась дурная привычка, хоть и не очень новая, подбрасывать различные инкриминирующие вещи. Или излюбленный способ инкриминировать за счет неуплаты и укрытия налогов. В чем можно обвинить любого человека, самого святого и даже того нищего, что сейчас как раз сидит у нас где-то, пока мы говорим, ему сейчас бросили монетку, он ее не продекларировал, вот он совершил преступление. Да? И если использовать законодательство, то его можно за это и прищучить.
Вот, вы совершенно правы. То есть смешно наблюдать, когда там какие-то очень маргинальные люди очень сильно возмущаются, что боятся, что их данные кому-то куда-то попадут. Вы совершенно заметили верно, что да никому мы не нужны. Да и, честно говоря, те, кто что хотел сделать с кем, им эти большие данные особо-то и никогда и не нужны были. Просто сейчас переключились на это, там пробил по датабазе, а раньше у них там свои были картотеки, там свои методы и прочие вещи. Да, я совершенно согласен с этим. А насчет того, чтобы за нами следить, за нами, безусловно, надо следить, потому что вещи происходят безумные. До 100 тысяч человек в государствах пропадает в год бесследно. Мы не знаем, где они. И я вас уверяю, что многие из них не живы. У нас количество убийств, похищений и прочих противоправных, дети пропадают, и их никто никогда не находит. Вы понимаете, на каких там свалках их трупы лежат? Вот. Безусловно, если бы была возможность так легко находить человека, это было бы лучше. Возможно, еще кому-то можно было бы помочь. Хотя, опять же, никто особо никому помогать тоже не соберется, даже если нас насквозь прочипировать. Потому что безопасность является самой опасной иллюзией. Это, кстати, мой афоризм, который использовали несколько контор по обеспечению безопасности. В качестве эпиграфа ставили. Безопасность – это самая опасная иллюзия. Никто никому никакой безопасности по-настоящему не обеспечивает. Ни полиция, ни суды. Любой близко находящийся от вас человек может вас убить в любой момент. И этого не делает только благодаря своим каким-то соображениям, почему он этого не делает. Но отнюдь не из-за того, что боится наказания за это. Более того, он может вас убить и остаться совершенно безнаказанным, даже не сильно напрягаясь скрыть свое преступление. Особенно, если он это совершит рандомально. То есть, если это будет человек, который, ну, не имеет мотивов. То есть, не ваш супруг, там, не знакомый, а вот совершенно рандомально случайный человек, который совершенно рандомально будет ходить с сильнодействующим ядом и подсыпать его в стаканы в кафе случайным людям. Пойдите его выловить. Во-первых, еще очень не скоро вообще определят, что это преступление совершается. Ну, внезапные смерти, а совершенно на ковид все спишут и все. Понимаете? То есть получается, что безопасность-то, она является результатом наших рук, так сказать, общественного, бессознательного или сознательного, который решает или не решает, убивать или не убивать, наносить вред или не наносить вред. И вот статистика официальная, которая существует, она вообще никак не отражает истинное положение дел. Мы не знаем, сколько происходит убийств, мы ничего вообще не знаем. Потому что сначала мы не можем собрать эти данные. А хорошо, вот эти пропавшие люди. А сколько людей, до которых нет дела никому? И если они пропадают, этого никто не замечает. Понимаете? Никто никуда это не рапортует. Вышел, и все. И стоит его там квартира 20 лет. Или, если это потом начинают приходить, не уплатил, в конце концов ломают замок, ну нету и нету, трупа нету. Ну, съехал куда-то, пропал и пропал. То есть вот мы даже себе этого не представляем, насколько было бы здорово, чтобы можно было локализовать человека в любой момент для его же блага или для блага всего общества. Опять же, люди, совершающие преступления, это норма. То есть те, кого ловят или кто попадается, это единицы. Идет постоянная торговля наркотиками, рабами, проституция. Она все время есть, она все время идет.
И те объемы, которые действительно попадаются или каким-то образом наказуются, и они не откупаются, но они настолько мизерны, что даже смешно об этом говорить. Вот. А почему в каких-то странах больше преступность, в других меньше? Почему? Это может зависеть от уровня тестостерона у мужчин. Это может зависеть от температуры воздуха, от вспышек на солнце. Гораздо больше, чем от возможности следить за людьми или усилиями, или отсутствием усилий наших правоохранительных органов. Понимаете? И в свете этого нам совершенно пофиг, как вы правильно сказали. Кто хочет, тот следит. Да, не очень хочется знать, на какие именно порнофильмы мы с вами обратили внимание. Да? Или не обратили внимание. Но, в принципе, если им это интересно, если это кому-то очень интересно, ну, фиг с ними, пусть отследят и посмотрят, что нам нравится. Вам это нравится, мне это нравится. Ну и что? А кому-то не нравится, он очень гордится. Он говорит, а я не смотрю. Посмотрели, действительно не смотрит. Ну, молодец. Ну, не смотришь, не надо. Слава Богу. Знаете, в свете этого разговора хотелось бы затронуть вопрос, такой вопрос, как социальный рейтинг. Наверное, многие знают о том, что Китай внедряет такую систему, да, социального рейтинга, в рамках которого уже, наверное, не так уж все равно, что вы там посмотрели, смотрели ли вы порно или не смотрели. И ваши вкусы уже обществу не все равно. Собирается некий цифровой портрет человека, определяется некий социальный рейтинг. Как вы смотрите на этот вопрос? Оксана, они коммунисты, но они не имеют никакого отношения к коммунизму. Это тоталитарная система, где ценность человеческой жизни никогда на протяжении всей истории этой страны не являлась ценностью. Если вы почитаете историю, как там они вырезали, убивали, умерщвляли, доводили до смерти через голод миллионы людей, они всегда относились к своим людям как к скоту. А причем, когда, наконец, эти люди восставали или обвиняли кого-то, они тоже, как послушный скот, шли, значит, и давали себя убить. Вот. Даже в какой-то период боролись с незаконным обогащением в Китайской империи и казнили, если находили у кого-то что-то. Так считается, что в Китае зарыто огромное количество кладов, потому что люди прятали, значит, деньги. А китайцы... Это совершенно иная культура. То есть сначала они для меня были как инопланетяне. Очень мне это было как-то не по себе. У нас в городе Торонто есть целые районы с их иероглифами. Но тогда я был глубоко в христианстве и посчитал, что это нехорошо, что целую часть человечества я недолюбливаю или не понимаю, или мне неуютно. И я намеренно стал изучать китайский язык, общаться с китайцами, нанял китайских нянечек своему сыну маленькому, подружился с одним молодым китайцем, даже его крестил Иоанном Ванечкой. Вот, до сих пор у него сейчас место там Джи, у него Джон на подписи. А они милейшие люди, но у них другая психология, действительно. То есть... Причем это не генетически. Если вы возьмете парня или девушку, китаянку, и воспитаете у нас, она будет совершенно с нашей психологией. Или возьмете наши гены и засунете в их, то он хоть и будет не узкоглазый, но вырастет совершенным китайцем. То есть у них эта система действительно более такая муравейникообразная. Понимаете? Там никогда не общество для индивида, индивид для общества. Но при этом есть такая высокая степень желания быть рациональным, то есть находить пользу во всем.
культ работы. Обязательно надо работать, должна быть польза. Вот. И то, как китайцы смотрят, скажем, на изображение, они прежде следили за направлением взгляда, глаз. Они рассматривают сначала среду, как бы, а потом смотрят на непосредственно объект. Кстати, как ни странно, я также смотрю на вещи. То есть меня всегда интересует сначала где, а потом кто. Вот. То есть на фотографии я смотрю где, обращаю внимание, что за спиной, что, какой фон, а потом уже обращаю внимание, а кто, собственно, присутствует. Что вот, кстати, характерно для китайцев. Вот пойди пойми для меня, почему я так реагирую, я не знаю. Вот, то есть получается, что несмотря на то, что их очень много, это девиация, то, что они творят со своими людьми. И это всегда было девиация. Они в какую сторону не ходили, только поэтому у них и были возможны такие с Мао Цзэдуном, уничтожение воробьев, культурные революции. А все-таки в России, несмотря на все страшные изменения, в России всегда было... высокая степень распиздяйства. И провести вот достаточно эффективно какое-то вот полномасштабное какое-то явление, несмотря на увлечение там коммунизмом, это самое, все равно как-то что-то ускользало и так далее. Да, а вот у китайцев и у немцев, кстати, у них тоже ведь очень высокая дисциплина. У нас, скажем, тоже были вот ГУЛАГ и все такое. Но все-таки предполагается, что были случаи более частые, когда люди сбегали, ну, в смысле, не от самого уже ГУЛАГа, а вот я слышал, что кто-то там начали под него копать, он куда-то уехал в другую область Советского Союза, и о нем забыли там, и так далее. То есть... получается, что то, что вы привели, это, конечно, совершенно бесчеловечно, это отвратительно. У человека каждый день должен быть даваться новый шанс. Человека нельзя судить по тому, что он сделал вчера. Особенно потому, что он может мгновенно измениться. Обратите внимание на американские фильмы. Законопослушные граждане, ходящие на работу, имеющие обычные условия жизни, когда им предоставляется возможность кого-то по-крупному ограбить, вдруг превращаются буквально в профессиональных преступников. Причем для американского сознания это совершенно нормально. Это никто даже не рассматривает в Голливуде вот этот сюжет, как добропорядочные совершенно граждане вдруг начинают там убивать друг друга, обманывать, грабить, предавать. И это очень излюбленный их сюжет, между прочим. Вот. Я хочу сказать, что в любой момент человек может изменяться в ту или иную сторону. И ставить ему вину или ограничивать его в каких-либо правах за счет того, что он вчера чего-то не так сделал, это контрпродуктивно. Вы его оставляете, вы его заставляете повторять эти вещи. Именно поэтому то, что там уголовная вот история следует за человеком или какие-то кредитные вещи. Если надо, человек напряжет свою мозговую извилину и обойдет любые преподы. Понимаете? Чаще всего все эти неудобства, которые происходят, они все связаны с теми, кому это не очень надо устранять. То есть вот такая тоталитарная система, да. Да-да, вы хотели сказать. Что касается социального рейтинга, как я его восприняла, это некая такая система геймификации. То есть она не только фиксирует прошлое, но и ведет человека в будущее, указывая ему ориентиры, да, то есть сделай такое-то и такое-то, ты получишь звездочку, да, или там свой алмазик, там плюс в эту цифровую карму. То есть эта система призвана еще и направлять. Она прежде всего призвана на это. Она ожидает таким образом манипулировать действиями
людей, заставлять их общественно быть общественно полезными. Ну, эта идея, она существует, она так же стара, как мир. Христианство с его внутренним цензом, грех не грех, о, как удобно, вложил это в душу и в голову, и человек ходит и по заповедям живет, и не надо за ним следить, если он реально в это верит. Тоже очень геймификация такая приличная. То есть, действительно, это попытка сделать действия людей выгодными для общества, так как правители этого общества это видят. Вот. Но мы не очень знакомы с Китаем и его внутренним положением, и что там в действительности происходит. Достаточно закрытая культура, ее достаточно трудно понять и проанализировать. Но, конечно, мы бы не хотели оказаться, наверное, в такой системе, где бы за каждый наш просчет мы бы не могли бы чего-то сделать. Но вот мы оказались. Кто-то не взял прививку, и за это его сейчас не пустят в кафе. Ну, это ли не безумие вообще? Конечно, безумие. Вот. Но я вас уверяю, что и на всякий этот самый найдется этот с этим. Знаете, научатся, как обходить это. Электронные коды, не электронные коды. Значит, скопируют этот код у другого, а документы будут показывать поддельно. Потому что никто у вас в кафе не станет сильно вглядываться, что там у вас за документ, доказывающий вашу личность. Или еще что-нибудь придумать. Либо уж в России, в Украине, там это все будет решаться десяточкой. В зависимости от состояния валют. Просто накидываешь это самое, и все, и никто у тебя ничего не будет проверять. Вот, поэтому... Да, я тоже думаю, что в таких странах, как наши, введение, основываясь на Big Data, социального рейтинга, наверное, ну, в ближайшее время, наверное, маловероятно, маловозможно. Но кроме страхости, мне бы хотелось еще и поговорить о хорошем, да, о том, что Big Data дает нам все-таки какие-то огромные преимущества. Например, благодаря Big Data у нас летает огромное количество самолетов, да, или навигация кораблей, да, доставляются грузы, обеспечивается полностью жизнеобеспечение городов, да, сейчас построено на Big Data. А можно я вас расстрою как экономиста опять? Ну, попробуйте. А нафига они летают и нафига они плавают? В большинстве случаев никому никуда летать. Мы сейчас, может быть, уйдем в какой-то такой далекий вектор, о чем зачем, я хотела сказать. Зачем? Я договорю, зачем я начала это говорить. Okay. То есть есть какие-то преимущества, да, конкурентные преимущества, которые Big Data дают. Например, цифровое производство, да, оно мощнее не цифрового. И мы наблюдаем некое такое явление digital divide, да, цифровой разрыв. Сейчас на повестке дня ООН стоит такой вопрос, а что с этим делать? А что делать с этим digital divide, когда у нас есть такая, вот такое цифровое неравенство в мире во всех слоях? Каким же будет вот этот мир? Будет ли один слой подтягиваться к другому или сформируются два совершенно параллельно? Да? А в чем цифровое неравенство, поясните? В том, что у одних есть доступ к цифровым технологиям, да, у других нет. То есть если сравнить цифровое развитие Соединенных Штатов и цифровое развитие Сомали, например, да, это будет не одно и то же, да, где у большинства людей нет доступа к интернету, где, в принципе, там натуральное хозяйство и никакой там автоматизированный завод невозможен, и тем более невозможен запуск, например, ракеты на соседний континент, потому что они тоже управляются электроникой, да, и так далее, и так далее. Да. Зато в Сомали есть то, что невозможно в Америке. Например, стать пиратом. Причем эффективно. То есть ты родился там нище, у тебя там дядя Абдулла, ты приходишь к нему, дядя Абдулла, возьми меня в пирата. Он говорит, хорошо, на тебе автомат, стрелять умеешь вот так и так.
Потом садятся на эту лодку, плывут, там бум, в танкер взяли, туда-сюда, поделили, вот ты и в дамках. Классно. Кстати, очень увлекательно. Возможно. Полагаете ли вы, что вот этот digital divide, цифровой разрыв, сформирует нам некий двойной мир? Да? То есть эволюция сейчас пройдет две отдельные ветки. Да? Вот будет некий такой цифровой человек и цифровое человечество, и какое-то вот такое натуральное человечество. Нет, я думаю, что все будут цифровое. То есть уже в том же Сомали, скорее всего, у многих есть эти телефоны, особенно у активных людей. И то, что хотят сделать глобальный интернет, то есть интернет будет доступен как воздух по всей земле, стоимость этих девайсов будет достаточно низкая, я думаю, цифровизации подвергнут всех, так или иначе. Потому что это удобно. Все-таки цифровой разрыв будет преодолен, да, и, в общем-то, будет какая-то ассимиляция такая по миру этой технологии. Ну, такова тенденция, все больше и больше людей, то есть у людей нету туалета иногда, но есть смартфон, вот в африканских странах и прочих всяких вещах. В этом отношении да, то есть, конечно, можно уже сделать электронное правительство, состоящее из всех граждан страны, можно упразднить парламент. Можно сделать прямую действительно демократию. Можно создать такие гибкие системы, где сообщества объединялись бы по интересам, по своим верованиям и так далее, и устанавливали свои правила и законы. Можно сделать колоссальные вещи, которые раньше были невозможны, как вот я говорил о налогообложении, полностью его изменить так, чтобы это было естественно и легко. Но все упирается, что за этими прекрасными, замечательными, думающими машинами сидит вот это мясное, вот это вот бестолковое чучество под названием человек. Вот. И все упирается в этого человека, который вот сидит. Какие вы там не сделаете ему вот эти все реформы, все это будет упираться вот в наше чучество. Вот, и поэтому мы, по-моему, с вами обсуждали, что я считаю, что будут выделяться целые области без людей, где взаимодействие будет происходить между искусственными интеллектами, без человеческих намерений. Ведь, понимаете, у любого человека намешано столько всякой глупости. Вот представьте себе, если вы возьмете современный компьютер и сделаете у него мотивацию человеческую. Это значит, он, скажем, начнет завидовать другому компьютеру. Он, значит, захочет спариться с вашим смартфоном, таким секси и красивым. И для этого будет совершать какие-то действия, подворовывать у вас со счета и подбрасывать эти деньги на этот смартфон, чтобы его впечатлить. То есть, как только мы переводим эти сценарии на взаимоотношения между нашими девайсами, то есть совершенно открывается какая-то «да». Вот. Или, понимаете? А ведь это и есть те самые люди, которые действительно, вот это наши самые сильные мотивы. Сексуальный мотив сильнее любых других практически. Мы-то думаем, человек будет действовать рационально, а ему вот это понравилось или это не понравилось, и он делает так или делает не так, или как-то иначе. Вот. Проблема, как мы уже обсуждали, что мы прошли путь от обезьяны до современного человека. И вот это обезьянье в нас, оно сидит очень крепко. И при желании любые мотивы, любые поступки, любые движения мы можем проследить. Хотя оно совершенно нерелевантно для современного состояния человека и общества. Надежда на то, что это будет локализоваться, маргинализироваться, что мы там со своими бананами и сексуальными страстями будем все менее
значимо влиять на мировые рынки, на военные ситуации. Сколько этих войн возникло из-за пристрастия каких-то людей к кому-то? Есть куча романов, где мы видим, что он королева Марго или что там, там из-за того, что он едет к возлюбленной или не едет, он этому Анжуйскому он советует то начать войну, то не начать войну. Ему пофиг, что там погибнут, не погибнут. А сколько таких вещей у нас происходит? Вот у вас сейчас там ваш президент, там российский президент, канадский. Как можно выделить его личные мотивы и то, что действительно делается для блага общества и так далее? Да тут вообще никогда. Как можно отделить решение судьи, он сделал более строгий приговор или более мягкий, от того, что ему жена не дала с утра, или от того, что у него запор, или от того, что у него действительно были юридические какие-то соображения так поступить или иначе? Конечно, он вам 1000 раз докажет, что были. Но по-настоящему это был запор и жена. Вот. Поэтому, опять же, человек с биг дата – это обезьяна с гранатой. О, вот я вам сказал это. Нам нужно это признавать и понимать. И таким образом стараться исключать свои участия в тех процессах, где бы мы могли бы их автоматизировать, и вывести из-под влияния наших вот этих вот мотивов. Понимаете? Опять же, вот кто крадет эти данные массово? Люди крадут. То у одного банка украли, то у правительства украли. Что они с ними там делают? Тоже мы не знаем, что там кто делает. Правильно? Да, кибератаки действительно проблема нашего времени. Очень увеличилось значительно их количество, и западные компании очень сильно страдают от этого и выплачивают выкуп для того, чтобы вернуть свои данные. Еще проблема, что человек смертен. То есть в какой-то момент мы все начинаем отдавать... Уже того, смертен внезапно, да? Абсолютно. То есть получается, что мы все захожане. То есть мы тут вот зашли погреться на солнышке этого мира, и мы всех прекрасно отдаем отчет. Мы зашли... Никто особо не обосновывается на века, тысячелетия, миллионы лет. Мы зашли, потоптались, поплевали, походили, цветочки вырастили, в углу накакали и умерли. Все. Вот. И при таком подходе ничего серьезного, конечно, совершить невозможно. И тут big data, не big data, это тоже одна из основных проблем человека. Того, что мы здесь не всерьез и надолго, а мы здесь... так сказать, залетные гости. И ведем мы себя по отношению и к нашей жизни, и к нашей планете, и ко всему миру, и к окружающим. Именно так. Вот как в автобусе. Зашли на одной остановке и вышли. Понимаете? И вот при таком психологическом подходе, который, в принципе, универсальный. Причем, если кто-то пытается ему противостоять, то он как раз становится психбольным. Тот, кто пытается себе амбары наполнить на целую вечность. Да? Таких мы считаем ненормальными. И, кстати, довольно вредными, потому что они лишают ресурсов других. Вот эти вот несколько проблем, они, в принципе, перечеркивают проблематичность того, наблюдают за нами, не наблюдают за нами. В большинстве случаев через 40 лет через 20, через 50, через 70 лет не то, что следа нашего не останется. Нет, электронный след останется. Да? Через 70 лет можно будет посмотреть, там вот, в какой час 16 сентября кто из нас смотрел какой порнографический сайт. Вау, это такая важная информация будет тогда, когда даже внуки наши уже умрут. Понимаете? В одной из ваших книг «Руководство по созданию миров»
и виртуальная психология, даже во второй книге, я читала о том, что вы прогнозируете оцифровку личности и бигдата как некий путь к бессмертию человека. Но, с другой стороны, надо ли нам отцифрованной личностью смотреть порносайты? То есть тот мусор, который мы себя из себя представляем как люди, как слепки бывших обезьян, да, как либо если по религиозной форме, как отбросы, так сказать, согрешившего человечества. Нужно ли нас так сильно сохранять и отцифровывать? Чего там отцифровывать? Вот если так вот начать извлекать из нас, чего в нас там есть, и отцифровывать, и чего мы наоцифруем? То есть единственную ценность это представляет для нас самих. Но как только что я это сказал, и для нас самих это не представляет особой ценности, мы готовы уйти из этого мира. Большинство из нас готовы уйти. И вы знаете, даже если бы им сообщили товарищи, с 1 октября 2021 года больше никто не умирает. Я даже не уверен, что была бы радость повсеместная, знаете? Я соглашусь, и я не радую за бессмертие. Меня радует моя смертность. Я считаю, что это дар. Но я знаю много людей, которые реально выступают за бессмертие. Не просто вас не радует ваша смертность. Прилагают много усилий, чтобы его достигнуть. Вас не радует ваша смертность. Вы просто, в отличие от части населения Земли, человек думающий. И вы понимаете все недостатки и все несовершенства вашего существования в этом мире и мира вообще. Это перекликается с моей книгой «Руководство по сотворению миров». То есть мир наш болезненный, несовершенный, противоречивый и неисправимый. И поэтому, в принципе, вы давно пришли, видимо, к выводу, к тому, что не существовать именно в этом мире, это не является уж таким и не благом. И вот с этой пандемией, кстати, это пришло в голову гораздо большему числу людей. Потому что люди как-то были заняты построением своего маленького рая, счастья, кто-то собирал сбережения, кто-то там строил себе дома. Сейчас все просели, все оказались как бы в отставании на многие годы. Кто-то вернулся на 10 лет назад, кто-то вообще не знаю куда. И как-то вот запал у людей, он как-то пропал, как-то стало уже не очень интересно жить. Да? Для тех, кто был такой достиженец, которому было важно чего-то достигать, достигатор, вот. Но обычно такие люди, они не являются философски настроенными, потому что философское настроение мешает достижениям. Вот. Поэтому вы смиряетесь со своей смертностью, потому что, по всей видимости, не очень цените, достаточно трезво рассматриваете мир. Вот. Мне интересно жить, мне очень интересно жить, но тем интереснее жить, зная, что это однажды закончится. Ну, значит, вы наивная девочка, если вам интересно жить. А, кстати, это именно и есть проявление молодых, вот с которыми я общаюсь. Они еще не разочаровались, им еще интересно. Они еще надеются увидеть чего-то такое и сказать «вот». А некоторые уже сказали и «а», и «ой», и «ай-яй-яй», и «пропади все пропадом», сказали уже не один раз. Вот. Причем успели это сказать за всего лишь 50 лет существования. Можно себе представить, что тут можно дожить за 500 лет, а за 5000 лет. Не приведи Господь. Вот. Вы мне сделали сегодня два мощнейших комплимента. Оба слова мне ужасно понравились. Мне было очень приятно это услышать. Я, знаете, какой хотела бы еще поднять вопрос, если у нас есть немного времени. Да-да. Следуя вашему стилю, зрить в корень, да, в самую суть, вот поднять что-то фундаментальное. Мне вспомнился некий демон Лапласа.
да, вот то существо, которое в картине мира детерминистов, да, какая была история. Давайте вообразим, что есть нечто, что может обсчитать Вселенную, да? И тогда в нашей Вселенной неожиданностей не будет. Да? И мы сравниваем две картины мира. Детерминистскую, да, и стохастическую. Имея вот эти big data, вот этого некоего, теперь мы порождаем некоего демона Лапласа, да, некое существо, базы данных, нейросети, искусственный интеллект, который, в отличие от мозга человека, может обсчитывать большие объемы информации. Можем ли мы все-таки прийти к детерминированной картине мира или шанс случайности остается? Конечно. Проблема в том, что Лаплас не был знаком с квантовой механикой. Где бы мы ни тыкались со своими полными данными, мы будем наталкиваться на принцип неопределенности Гейзенберга и принципы суперпозиции квантового мира. Да, в макромире они практически не проявляются, но есть прекрасный эксперимент, мысленный, я надеюсь, Шрёдингера, где он помещает кота в замкнутую камеру, в которой может произойти распространение яда или не произойти распространение яда в зависимости от распада определенного элемента, а его распад зависит от квантовых соображений, квантовых явлений. И поэтому кот до того, как вы проверяете эту камеру, одновременно и живой, и мертвый. То есть, соответственно, мир имеет основу вероятностных суперпозиций. И поэтому не может быть определен и детерминирован. Этого не знал Лаплас, этого не знал Декарт, этого не знал никто, кроме, может быть, каких-то индийских древних духовных философов или еще кого-то, кто догадывался или имел такое ощущение неопределенности мира. То есть, безусловно, это невозможно детерминировать именно за счет квантовой составляющей мира. А квантовая составляющая во всем. Ваш телефон не будет работать без квантовой механики. Ни один из элементов, из которых вы состоите, не мог быть создан без квантовой механики. Они не могли слипнуться. Вы же знаете, что протоны положительные не могут слипнуться с протонами положительными. Есть силы отталкивания. Они, когда приближаются, есть закон Кулоновский, чем ближе они приближаются, тем сильнее они отталкиваются. Следовательно, мы ничего не можем создать больше, чем водород. Как же оно создается? А вы говорите, ну, огромная температура внутри звезды, вот туда-сюда. Еще раз повторяю, чем ближе приближается, тем сильнее отталкивается. Оказывается, есть квантовое туннелирование. Из-за того, что координата частицы неопределенная, существует некая суперпозиция и существует определенная вероятность, что частица окажется практически совпадающей по координате с другой частицей. И вот тогда ее хватают ядерные силы специальные, которые действуют на такой малюсенькой шкале. Следовательно, без квантового туннелирования ни один из атомов вашего организма, кроме водорода, а водорода у вас не очень много чистого, знаете ли, атомарного водорода не очень много. Да и из водорода особо Оксана бы и не получилось из водорода. Вот, получается, что без этого туннелирования, без квантового эффекта не мог бы существовать ни единый атом вашего организма. Поэтому, это просто хочу вам показать, насколько квантовые эффекты имеют абсолютную значимость для существования абсолютно базисных явлений нашего материального мира. Поэтому, сколько бы у нас ни было данных и прочих вещей, это лишь механистическая легенда дурного Лапласа, которому уже не нужно Бога для того, чтобы объяснить, такая гипотеза ему не нужна.
Это вот фанфаронство тех, кто чего-то чуть-чуть узнал, типа восьмиклассника, приходит домой и сообщает бабушке, что Бога нет. Понимаете? И абсолютно оставаясь на этом уровне, считают, что мир достаточно прост, что можно всех закидать шапками. Спасибо, благодарю за ваш ответ. Очень хотелось поднять все-таки вопрос детерминизма в свете... Я бы очень хотел призвать людей расширять свой горизонт знаний. Никогда не останавливаться. Так, чтобы и вы могли свободно оперировать вещами из квантовой физики, из биологии, из экономики, из истории. Честно говоря, для этого не требуется каких-то глубинных знаний. Для этого требуется хорошее понимание концепции. А они на уровне рассказов, мифов, сказок. Что я могу тут сесть вам и рассчитать чего-нибудь полезное с квантовыми эффектами? Да никогда. Но если бы сидел бы физик, он бы со мной согласился со всем, что я сказал. Потому что я черпаю из того, что они говорят. Я просто повторил то, что они говорят, сделал выводы допустимые. То есть получается, что чтобы быть достаточно широким горизонтом анализа, не надо быть ни гением, ни шарлатаном. Достаточно просто не бояться интересоваться всеми сферами, и когда вам предлагают проанализировать одну, посмотреть в другие сферы, а не лежат ли корни того, что вы обсуждаете, в более глубинных слоях. Вот к чему я призываю. И в этом заключается наш с Оксаной метод рассуждений, который она поддерживает, как я вижу. Абсолютно солидарно. И это то, ради чего существует интеллектуальный дискуссионный клуб «Бенджамин Франклин Клаб». Для того, чтобы служить этой площадкой, платформой, где люди очень разных специальностей, профессий, экспертиз могли встретиться в одном месте и рассказать друг другу то, что они знают. Ну, прослушал я университетский курс лекций по термоядерной физике. Оттуда узнал про слияние протонов и этот самый. Ну, что такого? 10 часов послушал, вывод сделал, все, зато какая польза. С другой стороны, есть ролики на 4 минуты в YouTube, которые рассказывают то же самое. Но чтобы знать, что искать, надо знать, что это есть. Иначе как бы поди найди. А при этом, кстати, даже учителя физики и другие вещи, они как-то вот так... шугаются. Да, действительно. А я и не думал. Да? Я это сейчас услышала как некий призыв к тому, чтобы формировать Big Data в своей собственной голове. Вот как раз Big Data нам уже в голове не нужна. Мы даже не помним телефоны своих любимых. Полагаясь на память наших девайсов. Анализ. Самое главное – это умение анализировать и выходить за пределы. Многие системы невозможно реально проанализировать, не выйдя за пределы этой системы. Невозможно рассуждать значимо об экономике, не выйдя за пределы экономики в социологию, психологию и прочие науки. Вообще знание, оно не детерминировано областями. Оно представляет собой континуум. Вот. И разделять, что относится к тому или не относится, нельзя. И чаще всего я звучу, как Жириновский от науки, только потому, что слушатели не знакомы с концепциями, которые совершенно очевидны для тех, кто знаком с этими концепциями из смежных наук. То есть меня будут слушать одновременно, скажем, физики, биологи, экономисты, и каждого я буду раздражать, потому что я буду говорить какие-то вещи, которые для них не очевидны. Но в то же время большинство из вещей, которые я буду говорить, будут очевидны для кого-то из них. Понимаете? Да.
Отлично. Огромное-огромное вам спасибо за интересную беседу.